Здравствуйте, это «Особое мнение», и сегодня своим взглядом на актуальные городские темы, проблемами с нами поделится депутат Кировской городской думы Николай Барсуков. Николай, добрый день. Добрый день. Человек фракции, напоминаю, фракция «Коммунисты России», член постоянной комиссии по бюджету и финансам Гордумы и комиссии по местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике. Ну что, расскажите о своем самочувствии в качестве депутата, о своих ощущениях. Я помню, КПРФ представители заявляли, что нет, ни в коем случае с коммунистом России не будем сотрудничать. Будем притеснять, не поддерживать, не знаю, так ли складывается все, непросто. Да я считаю, что складывается очень все хорошо, общаемся, сотрудничаем. Угу. Я думаю, что тем более следующий год, и этот год у нас был юбилейный 100 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Мы тоже проводили мероприятия, концерт, посвященный данному событию. Причем очень неплохой концерт был, и много людей пришло. То есть мы именно 7 ноября провели в ДК 1 мая. Угу. Мини 1 мая у нас практически 90% заполняемый зал. То есть ветераны, пенсионеры, ну, молодежь пришли на данное мероприятие. Сторонники коммунистов России или КПРФ все-таки? А все были. Мы не делали разницы. Строгого какого-то разграничения. Конечно, потому что это все-таки наш праздник. Нашей страны, праздник всех людей, потому что я считаю, что это очень грандиозное событие, оно и повлияло на весь мир. То есть буквально недавно мы ездили на фестиваль молодежи и студентов в Сочи, где как раз общаясь с представителями разных стран, мы поняли, что все говорили в один голос, что если бы не было Октябрьской революции, то мир не изменился бы в качественную, в хорошую сторону, как изменился сейчас. Поэтому это отложило на всем мире свои... Ну, в самом начале работы Гордумы 6-го созыва глава города, председатель Гордумы Елена Ковалева говорила о том, что давайте отбросим свои партийные взгляды, прения и так далее. Вы поддерживаете этот взгляд? Удается ли действительно работать такой одной командой? Я думаю, что работаем, политические взгляды все равно отстаиваем свои, но с точки зрения того, что конструктивной работы, я считаю, что придерживаемся, я в том числе согласен с этим, тем, что мы должны все-таки работать для нашего города, какие бы у нас ни были политические взгляды, и не превращать это в площадку для ругания и дискуссий по политическим мотивам, а именно решать какие-то конкретные задачи, что уже, я считаю, что получается. И какой-то один из ваших вопросов, что, так сказать, главное событие города, да, которое в этом году, я считаю, что все-таки это главное событие, которое повлияло на город, это выборы нового думы, нового главы города, нового главы администрации. То есть я считаю, что достаточно конструктивно, и я надеюсь, что мы увидим изменения к лучшему в ближайшее время. Это положительное изменение. Я считаю, что положительно. Новая гордума, новая глава, новая глава администрации, в общем, новая власть. А если так подумать о главном негативном событии уходящего года, 2017-го, для нашего города или, может быть, для области? Негативное, наверное, больше всего у всех сохранилось. Это зима прошлая, когда не чистились улицы и так далее. То есть я считаю, что было все-таки негативное событие. Сейчас они чистятся, сейчас, на ваш взгляд? Я сейчас вот шел, по крайней мере, видел, что... Сегодня чистились. День такой очень снежный. Да. Город утопает снегом. Мне всегда как-то я переживаю из-за того, что дворники начинают... Вернее, не переживаю, немножко выводит из себя, что дворники начинают слишком поздно, на мой взгляд, работать. Люди идут на работу к 8-9 утра, и дворники тоже к этому же времени выходят и начинают расчищать. Все-таки, наверное, пораньше бы следовало. Следовало пораньше, но, по крайней мере, вот у нашего дома дворник с 5 часов начинает работать. Даже уже слышно, что он уже вышел и так далее. Так что... Где как? Молодец, да. Везде рознь. Вот депутат городского парламента 5-го созыва Алексей Кузьмин недавно написал о том, что в нынешней Гордуме стало меньше дискуссий. По его словам, в городском парламенте появился сильный лоббизм. Люди, которые работают в Думе, представляют крупные промышленные и финансовые предприятия и через Думу начинают решать свои экономические вопросы. А ему кажется, что Дума должна состоять из депутатов, которые знают общественную повестку, знают городские, коммунальные проблемы. Вот как вы отреагируете на такую реплику? Ну, на такую реплику тут можно смотреть шире. То есть у нас практически все партии уже, даже и оппозиционные, я имею в виду, и КПРФ, они уже не представляют именно народ, людей. То есть в основном представляют каких-то, как вот я считаю, что каких-то олигархических групп и так далее. Потому что сейчас именно вот этот лоббизм, он у нас вырос, именно превращаемся в западную систему, когда всеми партиями именно движет финансы и лоббизм. Вы имеете в виду органы разных уровней? Да, органы разных уровней. От парламента, от Государственной Думы, начиная, заканчивая самым местным
местной думой, я имею в виду даже не городской Кировской, а там районной или какого-то муниципального образования. Сельского поселения? Сельского поселения. И там тоже какой-то лоббизм? Я думаю, что тоже там есть. Интересно. То есть вы согласны, в общем-то? Да, да, с этим утверждением. С тем, что в первую очередь депутаты партии должны поддерживать именно своего избирателя, а у нас зачастую они поддерживают того, кто финансирует данная партия, как я считаю. А можете примеры какие-то привести уже? Вы что-то в Гордуме там такое заметили, сильное продвижение чего-то или кого-либо? Ну, иди. Пока еще буквально за 2 заседания это сложно заметить. Uh-huh. Я думаю, что поживем немножко, увидим, как это будет разворачиваться события, потому что пока еще у нас было только буквально 3 заседания. Uh-huh. Какая работа сейчас с вами проводится по наказам избирателей? Хотелось бы узнать поподробнее, сколько вообще наказов получили? Много наказов. Каков круг проблем? Давайте. Ну, в первую очередь, наказы, конечно, это, которые мы и подали, и пытаемся их продвинуть, это именно по контролю власти, чтобы у нас все-таки была городская администрация подконтрольна и людям, и каждый чиновник знал, что если он не выполняет ту программу и те задачи, которые ставятся ему, то есть или работает плохо, то он может лишиться своего места или там потерять деньги. Каков механизм-то контроля? Вот мы сейчас прорабатываем данный механизм. Да. Каким образом мы это будем делать? То есть мы это уже как наказы избирателей ввели, и сейчас прорабатываем с органами и исполнительной, и, так сказать, нашей городской думы эти моменты. Так что это вот большой пул таких наказов, которые мы именно сейчас продвигаем. Плюс, конечно же, наказы именно какого-то частного, там, ремонт каких-то территорий, улиц. Плюс, как вы, наверное, все знаете, в этом году договорились, что все деньги, которые даются на наказы депутатам, мы их будем тратить на благоустройство. Мы уже тоже по... В этом году или в следующем? В следующем. В следующем. Я имею в виду, в этом году мы договорились, что таким образом будем сейчас тратить. Деньги это заложены в бюджет города, из бюджета города они пойдут как раз. Да, то есть мы уже определили там по округу, какие будем площадки ремонтировать, какие будем помогать школам, детским садикам. Так что я думаю, что мы будем привлекать и студенческие отряды к этой работе, потому что будем это активно развивать. Это будет коллегиально как-то депутатами решаться, вот на что именно? Или вы просто отдаете это деньги в управление города, и город там уже сам разбирается? Нет, мы сами определяем вот эти вот точки, куда эти деньги будут истрачены, каким образом сейчас механизм тоже обсуждаем. То есть, скорее всего, это будет осмечено, будут торги. Речь идет о сумме 25 миллионов рублей в общей сложности, да? Да. То есть все деньги по 700 тысяч рублей, 800 тысяч, да? На каждого депутата. Да. Достаточно ли этого, кстати, на ваш взгляд? Ну, можно как-то больше постараться на наказы избирателей? Я думаю, что... Может быть, выйти с таким предложением в Гордуме? Благоустройство нашего города можно тратить денег в море, потому что сами знаете, что у нас есть куда и что ремонтировать. Тем более, там, площадки у детских садиков, у школ требуют вложений, постоянного вложения, потому что хочется развиваться, хочется, чтобы уровень у нас был, территория очень хорошо развита. Тем более, детям надо где-то играть. А то, что, вот, если помните, в советские годы, там практически у каждой школы площадки там дети играли всегда, там, до самого, вплоть до самой ночи, там, до 10-11 часов. Было где играть. Сейчас с этим сложнее. Вот надо тоже двигаться к этому направлению, чтобы дети не где-то сидели в подворотнях и неизвестно чем занимались, а играли на улице. Ну или, опять же, тот же интернет, да, тоже как бы детям надо развиваться, бегать, нежели сидеть все в сети. Ну, для этого так уж, наверное, категорично не стоит. Сеть, она тоже полезна. Нет, все в меру. Все в меру, и тем, и тем заниматься, я считаю. Что надо создавать инфраструктуру для того, чтобы дети тоже занимались и спортивными играми. Что еще присутствует в наказах избирателей? Какие проблемы? Благоустройство, ЖКХ? ЖКХ, ну вот площадки. Есть площадки, есть. Что-то есть такое необычное, что раньше не звучало и что характеризует как-то изменения в нашей жизни? Да, в принципе, в основном все бытовые проблемы. Вот единственная проблема такая интересная, которую мы сейчас столкнулись, пока не пришли, каким образом можно решить. У нас есть, например, Макарий и Субботиха, да, то есть, и они как разные две территории считаются. Одна сельская, другая городская. Дома стоят рядом, за электричество платят в одном месте в два раза больше, чем соседний дом. То есть вот это тоже проблема, которой надо подойти и посмотреть, каким образом это можно. Больше, соответственно, в городе. Да, те, кто к городу относится, да, они больше платят. Больше платят, да. То есть, а мы все равно находимся, что там деревянный дом, совсем одинаково. То есть надо как-то этот вопрос
рассмотреть и решить, я думаю, что... Вы будете его выносить? Да, да, мы уже на рассмотрение Гордумы. Да, но сейчас готовимся, то есть вот мы одно уже предложение вынесли, конечно, поняли, что оно у нас было недоработано, это по отопительному сезону, то есть у нас было такое предложение, чтобы отопительный сезон немножко по-другому начинать, тоже как, пока мы его, этот вопрос не решили, но я думаю, что к следующему... Кстати, году мы подготовимся более окончательно, по-хорошему, и этот вопрос все равно поставим о том, что ситуация, ну, вот с нашей точки зрения, что люди, вот отопительный сезон наступает у нас поздно, когда несколько дней там отрицательная температура стоит. А если она стоит 2 дня, ну, то есть меньше 10 градусов, а потом опять 11 градусов, потом опять, то есть у нас не получается подряд 5 дней с менее 10 градусов, и мы получаем... Минус 8 градусов. И мы получаем, что все равно температура в домах опускается ниже нормативного отметки, и люди уже становятся прохладно людям. То есть, конечно, дом дому рознь. Есть дома, в которых достаточно теплые, и у меня вот у родителей, например, достаточно... То есть, если у меня дома прохладнее, наступает быстрее, начинает прохладно. Это многоквартирные дома? Да, многоквартирные, да, да, я считаю, ну да, многоквартирные дома. То у них, например, это более теплый дом, не знаю почему, но получается так, что позже эта температура становится более низкой. Поэтому тут надо вот это со всех сторон рассмотреть, и все-таки мы должны работать для людей, поэтому я считаю, что необходимо за этим следить. Ой, меня осенило, простите, Николай, вот по поводу электричества это там... Те, кто в городе платят больше, те, кто в селе живут рядышком, они платят меньше. Если вы село к городу отнесете, они будут недовольны. Да, нет, что? Мы как раз и хотим... Вы наоборот чтобы, хотите да, все-таки. Хотим, чтобы это была сельская территория. Хотя это все город Киров. И то поселение относится к городу Кирову. Но то есть рассмотреть каким-то образом, чтобы это было к сельскому. Потому что свой частный дом, ну, обогревание, обогрев и прочее, то есть это все равно гораздо сложнее, нежели многоквартирный дом, в котором это все проще и тарифы меньше. А когда свой частный, это... Я считаю, что можно относить к сельской территории. Сейчас у нас будет небольшая пауза. Я напомню, что это особое мнение Николая Барсукова, депутата Кировской городской думы, фракции «Коммунисты России». Мы продолжим через полминуты. Продолжается программа «Особое мнение». Николай, давайте вспомним о том, что следующий год выборный. В марте будем выбирать президента Российской Федерации. Я накануне зашел в Википедию и был удивлен тем количеством возможных депутатов. Там столько людей незнакомых, там звезд каких-то, шоу-бизнеса, в общем, вроде как к политике никаких не имеющих отношения. Рекомендую, кстати, заглянуть нашим слушателям, если вы еще не знаете, не слышали, не читали о том, кто у нас уже заявил о своем намерении баллотироваться в президенты. Сейчас вот как раз процедура уже пошла, да, в декабре. Ну, для меня было вполне ожидаемым, что глава, руководитель коммунистов России, товарищ Максим Сурайкин, он в списке претендентов. Ну, съезд у нас будет 24 декабря в Москве. Участвую в данном съезде, то есть готовимся к выдвижению. Ну, вы как руководитель отделения регионального? Как делегат, то есть у нас прошла конференция, избрали делегатов, и я как делегат еду на этот съезд, и я надеюсь, что мы выдвинем Максима Александровича в президенты. Для чего это нам, конечно, нужно? Это в первую очередь для того, чтобы, так как у нас нет ни государственного финансирования, ни каких-то олигархических групп, которые за нас стоят, я как уже на прошлой передаче говорил, что мы, конечно, это не поддерживаем и никогда не будет руководить там какая-то олигархическая группа партии «Коммунисты России», потому что мы отстаиваем интересы населения, именно трудящегося населения, трудящихся нашей страны. Поэтому, в первую очередь, это как площадка для того, чтобы наши партии узнали. Вот, ну, мы уже обсуждали, конечно, что вот за год активной деятельности нашей партии, если в прошлом году у нас в среднем в области 3% только проголосовало за нашу партию, и по городу Кирову меньше 2,5%, то именно мы просто смотрели, когда проходили выборы в прошлом году. ОЗС имеете в виду? ОЗС, да, да, да. Но все равно мы наблюдатели были по городу Кирову, мы отслеживали именно, какой процент населения голосует за нас по городу Кирову. То в этом году мы уже набрали 5,4% именно по городу Кирову, то есть уже в 2 раза стало больше узнаваемость партии, люди стали за нас голосовать, и мы пришли тем самым в городскую думу. И точно так же я считаю, что это хорошая площадка, потому что на выборах Максиму Александровичу будет предоставлены, конечно же, телевидение, доступ до эфира, до эфирного времени. И Первый канал, я думаю, что
тоже предоставят ему площадку. И это все-таки бесплатная площадка для того, чтобы можно было донести до людей позицию нашей партии. Точно так же и я участвовал в выборах губернатора Кировской области, чтобы донести, показать, рассказать, что есть такая партия, именно которая занимается отстаиванием интересов народа, а не каких-то олигархических групп. Но, конечно, этот процесс выдвижения Максима Александровича очень... Ну, выдвинуть мы, конечно, выдвинем. Но мне кажется, тут никаких проблем-то не будет. Нет, выдвинуть не сложно. Выдвинете, а вот потом главное, регистрация, потом сбор подписей, да. Потому что вот это вот очень достаточно серьезная процедура сбора подписей. Надо будет 100 тысяч подписей собрать со всей стороны. Ну, вот у нас, конечно, небольшое количество в Кирове. Там, а будет квота какая-то на наш регион? Сколько да, здесь две, мы да, должны две, собрать? 2500. 2500 подписей. Мы, надо будет собрать. То есть мы это соберем, конечно. Единственное, что здесь, как всегда, возникают... вопросы именно к подписям. Вот смотрите, у нас... К подписям. К подписям, да. Прошу прощения. К подписям. В этом году мы уже не собирали подписи в Кировской области при выдвижении в городскую думу. А наши коллеги из Карачаева-Черкесии собирали. У них партия больше, конечно, нашей. Они давно уже занимаются. И у них надо было подписей собрать меньше, чем членов партии состоит. Поэтому они каждую подпись взяли видеокамеру и под запись каждого, кто приходил, записывали. И рядом нотариус сидел, все это заверялось. И все равно были признаны часть подписей недействительными, потому что где-то запятую не там поставили, где-то неправильно написали номер дома. И люди при всем, что он сам был человек, это все записано, запротоколировано, но все равно были отказы в некоторых подписях. Но у нас Карачаево-Черкесское прошли свой горсовет в Черкесске, набрали там, причем результат, конечно, выше нашего, 12,5%, у них там фракция 4 человека в своей думе. И поэтому, учитывая этот опыт, мы понимаем, что будет очень сложно собрать вот именно количество хорошей подписей, но будем этим заниматься, и это очень сложный процесс. Вот это, я говорю, что, наверное, одно из самых... 2500, да? Да, 2500. На ваш взгляд, это немного. Немного. Но я имею в виду, что надо как-то это все нам будет продумать и сделать качественно, чтобы потом не было никаких вопросов, потому что могут и проверить и наши подписи. И если мы подведем нашего руководителя, это будет... нехорошо. Если в целом оценить, дать оценку тому списку претендентов на пост главы государства, как вы относитесь к той же Ксении Собчак, что она выдвинулась? Ну, Екатерина Гордонова заявила о том, что собирается тоже баллотироваться. Как вот сказать, как? То есть руководить государством должны люди, которые, так сказать, представляют из себя либо руководители политической партии, либо, ну, то есть они занимались этим, они и шоумены. То есть у нас превратится тогда наше государство в какое-то шоу. Поэтому ну, на этапе, вот этих разговоров пока предварительно. Ну, да. Выдвижение там и так далее. Да-да-да. Я считаю, что это... То есть, ну, пиар на ваш взгляд имеет место быть. Да, 100%. Да? Я считаю, что это 100% пиар. И, ну, это не политики. То есть люди должны... В первую очередь, я вообще считаю, что тот, кто должен идти на президента или руководитель страной, не должен подставить какие-то олигархические группы интересы, должен именно интересы населения, интересы именно людей нашей страны. И тем самым в дальнейшем, чтобы было продвижение не каких-то там отдельных команд или личностей, а именно людям нашей страны, чтобы было лучше жить и чтобы у нас развивалась страна. То есть пока то, что мы пока внутри в нашей политике не видим. Хорошо. А о политических таких старожилах что думаете, вернее, Зюганов, Жириновский, Явлинский, ну, которые тоже вроде как... Ну, считаю, что им дано пора хотя на пенсию. То есть вы считаете, что им лучше бы не идти на эти выборы? Ну, не пытаться. Всем уже за 70, и, так сказать, руководить страной – это очень достаточно сложный процесс. Так и Владимир Владимирович тоже недалеко уже от этой, собственно, ну, цифры. Владимир Владимирович, да, но по крайней мере… десяток. По крайней мере, он и выглядит гораздо моложе. Ну, по крайней мере, с точки зрения того, что пока вот реальных каких-то кандидатов, поживем, увидим, может... Реальных соперников, имеете в виду? Да, реальных соперников. Ну, вот как-то претенденты, те, кто заявил о своем желании поучаствовать в выборах, как-то приуныли уже после того, как Путин объявил о том, что он пойдет на выборы. Это было, да, на прошлой неделе на заводе, Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде. Все уже решено, раз Путин идет, на ваш взгляд? Я думаю, что всегда может быть какая-то ситуация. Интрига? Интрига. Mm-hmm. Поэтому давайте поживем, увидим, посмотрим, кто у нас еще все-таки выдвинется. Может быть, и будут сильные кандидаты.
Ну, конечно, не шоумены. Не шоумены. Да. Не шоумены. Вы надеетесь на то, что они регистрацию не пройдут? Да я не надеюсь, даже если пройдут регистрацию, но если они как самовыдвиженцы, это 300 тысяч подписей, собрать качественно 300 тысяч подписей, это очень большая сумма и очень сложно это сделать. Тем более у нас ведь надо собирать по всей стране, не только там в городе Москва или там в определенных столицах. Надо собрать пропорционально по всей стране. И это достаточно очень сложно. Хорошо, давайте теперь поговорим о городских делах, о городских проблемах. Когда состоится финальное в этом году заседание Кировской гордумы? На следующей неделе. На следующей неделе. Ну, пораньше традиционно у нас перед Новым годом парламентарии собираются. Сегодня, например, там депутаты ОЗС, у них последнее заседание в этом году. Ожидается, что на декабрьском заседании городской думы в том числе будет рассмотрен вопрос о приватизации муниципальных предприятий. Да? Напомню, что это Купри, Центральный рынок, гостиница Губернская, Детский мир. Первоначально предполагалось, что это должно было состояться в ноябре. Но тогда, как все мы знаем уже, глава администрации городской Илья Шульгин сказал: так, давайте подождем, что-то не может так быть. Ну, по Куприту, в частности, да, он высказал, что это единственное муниципальное предприятие, где мы с мусором-то будем потом обращаться, да. Вы поддерживаете эту позицию? Например, ваш коллега Денис Ерохин, да, ЛДПР, он говорит о том, что скорее всего, эта тема вообще заглохнет и будет снята с повестки дня. Как вы считаете, что не будет уже ставиться вопрос о приватизации? Возможно, да. Потому что достаточно серьезный вопрос, и обсуждали его неоднократно, потому что как раз предприятия сейчас приватизируются в тот момент, когда они, можно сказать, лежат на боку, то есть работают очень плохо, как бы надо, а мы их будем за бесценок продавать, а потом кто-то будет на этом зарабатывать. Ну, давайте отдельно пройдемся по каждому предприятию. Центральный рынок. 500 миллионов планы выручить за него. Ранее глава города Елена Ковалева говорила о том, что мы безобразно управляем. Давайте в частные руки продадим, тогда все будет у нас хорошо. Так достаточно эмоционально она высказывала, что там все, товары все в куче, грязно, пройти негде и так далее и тому подобное. Давайте продавать. Вот по центральному рынку ваша позиция отдельно. По центральному рынку, конечно, центральный это... Продавать или не продавать? Давайте просто поставлю вопрос. Даже не скажу, не определился еще пока в данном вопросу, потому что вопрос, конечно, интересный, но... Но в любом случае, вне зависимости от формы собственности, наверное, хотелось бы, чтобы людям было комфортно, чтобы люди не пострадали. Если продадут, и новый собственник будет волен делать с национальным рынком все, что угодно, он сможет и выгнать этих людей, которые работают там. Вот поэтому я и говорю. Социальная напряженность. Вопрос своеобразный. Если будет такой желающий собственник, который приведет это все в порядок, и все будет хорошо и качественно, но зачастую вот при приватизации, как я помню, в 90-х годах, когда начиналась приватизация в нашей стране, все говорили, придет частный собственник, будет эффективно работать и так далее, но вот это, я не знаю, 50 на 50. Если даже не меньше, потому что, я не знаю, государство все-таки больше рычагов возможности навести порядок там, в крупных предприятиях и так далее, нежели участника. Поэтому я считаю, что здесь тоже палка о двух концах, и, возможно, как говорится, будет хорошо, возможно, будет плохо, и здесь надо не просто так вот раскидываться собственностью, а кто хочет, пусть тот берет, а что он дальше с ним сделает, это тоже вопрос больной. Куприт. Шульгин сказал, нельзя продавать. Да, я с этим согласен, конечно. Нельзя продавать. Потому что все-таки это стратегическое предприятие. Напомню, не 100% пакет акций в администрации, а 64,5% почти. Да, нельзя продавать. Губернская, Детский мир? Ну, Детский мир это, конечно, магазин, поэтому, в принципе, не... Который, как говорила летом нам глава департамента муниципальной собственности Наталья Мамедова, который приносит со временем все меньше и меньше и меньше денег. Городскую администрацию. Ну, здесь политика нашего государства, то есть когда предприятие, которое занимается торговлей, вынуждено покупать товары, которые у крупных магазинов, крупных сетей по конкурсу, по торгам, то есть здесь мы не видим, чтобы она была возможность быстро оперировать, быстро менять перечень товаров и так далее. То есть это как бы достаточно сложный процесс, поэтому я считаю, что, конечно, это не профильный актив. Не профильный, лучше продать. Лучше продать. Губернская гостиница. Ну, там столько было вложено, конечно. Дом колхозника, да, раньше называли. Столько было вложено. Ну, поэтому... многие считают, помогу я вам, что, собственно, рынок насыщен в городе предложением, где остановиться, и, собственно, можно, наверное, и продать ее. Поддержите? Да, поддержу. Да, чтобы она находилась в частных руках. Так, у нас подошло время рекламы. В середине часа, напоминаю, что это особое мнение Николая Бурсукова, депутата Кировской городской думы, фракция «Коммунисты России». Мы продолжим через полторы минуты.
Продолжается особое мнение Николая Бурсукова, депутата Кировской городской думы, человек фракции, фракции «Коммунисты России». Вы член постоянной комиссии по бюджету и финансам, комиссии по местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике. Почему, кстати, именно эти комиссии выбрали для присутствия и участия? Ну, там разрешается не более двух комиссий. Да, не более двух комиссий. И, конечно, очень был большой перебор с социальным, комиссия по социальным вопросам, но в основном... В смысле, самая большая комиссия. Но я думаю, что тут тоже поработать в этих комиссиях тоже интересно, тем более там по местному самоуправлению, депутатской этике, это тоже достаточно серьезная большая комиссия, ну и как по финансам. По финансам. Ну это ключевые вопросы, конечно же. Хочется услышать ваши комментарии, ваше мнение о высказываниях главы администрации Ильи Вячеславовича Шульгина, сделанных им в последнее время. Вот, например, недавно он заявил о том, что кировские дороги не должны посыпаться уже, в конце концов, песком. Это каменный век. Он пообещал, что следующей зимой будет осуществлен переход на более современный, какой-то противоговоренный материал. Получится? Сразу же хочу спросить. Надеюсь, что получится. Поддерживаем, конечно. С тем, что каменный век, это, конечно, тут спорить совершенно нельзя. Да посмотрите, что зимой, а потом, когда все растает, это все сотни тонн песка остаются и тратятся огромные деньги для того, чтобы его вывезти. А где-то и не вывозится. Постоянно грязные улицы. Хотя вроде бы город у нас не такой большой, но постоянно... Хочу сказать, что достаточно сложно. То есть сначала мы это все сыплем, потом мы это все собираем. К осени только удается убрать, потом опять засыпаем. То есть надо переходить на новые материалы, новые средства. А еще Илья Вячеславович в пух и прах разбил мечты тех, кто ратовал, думал о том, что на территории бывшего КВАТУ, который Министерство обороны передало области, территория бывшего КВАТУ будет отведена под парк, там, под скверы. Он сказал о том, что этого быть там не должно, там должна быть все-таки застройка, жилая, социальные объекты, детские сады, школы, медучреждений, и парка там быть не должно. Огромная территория. Да, я представляю, я соглашусь с ним. Почему? Потому что, в принципе, у нас достаточно большая часть территории, там, Кировская областная больница, да, то есть именно больничные такие комплексы, и создавать новый больничный комплекс я не вижу необходимости в этом месте. А именно школы, детские сады, это нам есть необходимость городу, потому что... И жилье. Ага. Ну, жилье, у нас, конечно, очень жилья много настроено, но в первую очередь, конечно, вот детские сады и школы это надо строить. Но для парка-то, для зеленой зоны, на мой взгляд, можно все-таки предусмотреть? У нас вот это же... Частичку или несколько частичек каких-то небольших. Ну, небольшой парк, конечно, можно, но в первую очередь для компактного проживание, там достаточно неплохой микрорайон, школы нам все-таки важнее, я считаю. Успел Шульгин высказаться и о теме сбора мусора. По его словам, для Кирова надо сперва сейчас строить новый полигон для захоронения отходов, затем покупать оборудование для сортировки этих самых отходов и затем начать уже перерабатывать. Он считает, что в 3-5 лет можно уложиться для того, чтобы наладить новую систему работы с отходами бытовыми. Эту тему мы активно на выборах губернатора обсуждали, дебаты проводили неоднократно с кандидатами на должность губернатора, потому что все-таки нам надо переходить к системе сортировки мусора и его полной переработки. То есть смотрели опыт европейских стран, как у них это решается. То есть города и страны, в которых вообще отсутствуют полигоны для мусора, то есть практически все сводится на одну площадку, на которой она сортируется, этот весь мусор, и в дальнейшем перерабатывается, то есть практически 100% переработка. Поэтому я считаю, что это хорошее решение, и необходимо нам в первую очередь, конечно, строить завод по полной переработке мусора. Чтобы... А деньги, финансы? Это же огромное. Хоронить мусор и потом превращать территорию нашей области в свалку мусора, я считаю, что это нисколько не лучше, а наоборот хуже. Что мы оставляем потомкам? Мы оставляем потомкам мусорные свалки. Надо потомкам оставлять чистую город, чистую область. Я считаю, что это лучше. Ну, деньги не так важны, как то, что мы оставим. Забота о будущем. И о будущем земле, на которой живем. Еще одна тема, взбудоражившая общественность в последнее время. Ежегодно это происходит, когда перевозчики, транспортники требуют поднять стоимость проезда в общественном транспорте.
В этом году они попросили, ну, видимо, уже в следующем году они попросили поднять стоимость проезда с 22 рублей до 32. Многие у нас уже высказались на эту тему в нашей студии, и единогласно все заявляют, что это очень много, и существующая уже стоимость это. Достаточно, да. Это уже бьет по карману, и приводили в пример соседние с нами города, где города-миллионники, где стоимость проезда ниже. Соглашусь, что, конечно, это такие хотелки наших транспортников. Все хотят зарабатывать больше, и они это тоже понимают, что хотят зарабатывать больше. Если бы это было невыгодно, то никто бы этим, наверное, делом не занимался. То есть у нас наши транспортники, они это коммерческие фирмы, которые зарабатывают деньги. И если это невыгодно, значит, они не работают дальше на этом поле. Я считаю, что увеличивать стоимость проезда так кардинально и много, то есть это просто увеличивает их маржу. Ну, АТП это все-таки отчасти муниципальное предприятие. Вы знаете, да, что сейчас создана рабочая группа, проверяют деятельность, и там правоохранители интересуются. Как, на ваш взгляд, вообще можно навести порядок в сфере работы общественного транспорта? В следующем году ожидается новый конкурс на перераспределение маршрутов, кто будет работать. Возможно, зайдет побольшее количество участников, и маршруты будут оптимизированы в том смысле, что не только такие жирные у нас, денежные будут маршруты, и, с другой стороны, абсолютно не денежные, там, когда воздух, как говорят, некоторые возят, чтобы как-то вот их немножко объединять, чтобы конечно уравнять и тех, и других. Это нужно делать? Конечно, нужно делать, чтобы фирмы не занимались только чисто заработки, на этих маршрутах работали, а те маршруты принадлежали городским предприятиям и так далее. То есть надо, конечно, делать, чтобы на одном маршруте зарабатывают, второй маршрут возить. Но доступность людям должна быть в любую точку нашего города, поэтому транспорт необходимо развивать. Эту. Вы, кстати, сам-то пользуетесь общественным транспортом? Когда бывают возможности. То есть, основном, вернее, необходимость. Необходимость, да. В основном, конечно, передвигаясь на машине. За рулем, потому что это маневренно, быстрее. И зачастую успеваешь больше за день сделать, нежели передвигаясь общественным транспортом, потому что все-таки время уходит. Часто наблюдаете, как водители себя транспорта общественного незаконопослушно ведут? Бывает. Раздражает, когда они в левом ряду, а не в правом? Наблюдаете, бывает такое? Ну, раздражать не раздражает, конечно, они тоже участники дорожного движения. С другой стороны, понимаю, что он же должен выполнять график и типа маршрут. Единственное, когда начинает правда уже где-то наглеть, а это зачастую бывает, и вывозить, и таким образом, что я бы это тоже пресекал, такие случаи, потому что они все-таки перевозят людей. Если я в основном перевожу сам себя, то как бы это моя ответственность, а их ответственность, они везут людей, и как бы это налагает совсем другой уровень ответственности. То есть все-таки должны беспокоиться, должны понимать, что... И должны аккуратнее ездить. Не одни ездят. Да, бывает, зачастую нарушают правила. И за это надо привлекать. Неожиданный уход в городской администрации тут случился. Я имею в виду руководителя дирекции дорожного хозяйства Андрея Менькина. Подал он заявление по собственному желанию с 25 декабря. Ну, в интернете, я надеюсь, вы увидели. Думаю, вернее, что вы видели, да, всевозможные эти комментарии гневные. Ну вот, освоил миллиард и все, ушел. В октябре, кстати, он в нашей студии был, если не ошибаюсь, 23 числа, и говорил о том, что продолжать намеревается работать. Есть энергия, силы, есть предложения. Люди ему пишут, он общается в интернете. И вот такой уход. Как оцениваете? Какие теории строите? С чем это связано? Не строю никаких теорий, потому что как бы... С моей точки зрения, как я считаю, что так оно и предполагалось. 9 марта этого года он был, пришел на эту должность. То есть, как бы я каких-то там не лелеял надежд насчет данного руководителя, поэтому даже не буду этот вопрос особо сильно комментировать. То есть, как бы я предполагал, что такое будет, так будет развиваться ситуация. То есть вы к этому скептически относились? Да. С самого начала. Ну, может быть, это шанс для какого-то нового руководителя, яркого, возможно, оппозиционного. Вот смотрите, что произошло с Киров пассажиров Татранс, да? Я имею в виду Дениса Порылога, да? Ведь он входил и входит, продолжает входить в группу общественников, которые активно критиковали общественный транспорт, говорили о том, что нужно менять. Может быть, и на пост руководителя дирекции дорожного хозяйства кого-то сейчас стоит запустить такого? Эх, их у нас много общественников. Ну, запустите дальше, как будет. То есть, одно дело критиковать, а другое дело... Или став чиновником, все... Ну, энергия пропадет, это бунтарская.
Вот вопрос, конечно, интересен, как человек поведет себя в данной ситуации. То есть, если он всю жизнь ничем не занимался, кроме как критиковал, то как он будет руководить данным процессом? Это еще вопрос. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Хорошо, на этом завершается особое мнение Николая Барсукова, депутата Кировской городской думы, фракция «Коммунисты России». С наступающим вас. Спасибо. Вы тоже можете поздравить. Да, что всех жителей города. Две недели с небольшим до Нового года остается. Город наряжается уже в праздничное одеяние, театральная площадь преображается. В общем-то, настроение соответствующее уже появляется. Вас и всех жителей города Кирова поздравляю с наступающими новогодними праздниками. Здоровья, удачи всем. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.